Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. 20 июля в результате страшной аварии в Иркутске скончался советский и российский актер театра и кино Виталий Петрович Сидорченко. Водителю-подростку, который виновен в трагедии, грозит срок за жуткое ДТП на пешеходном переходе. Полиция задержала 16-летнего водителя. Он на легковушке сбил людей, когда пытался скрыться от преследования патрульными. Полицейские уточнили, что в результате ДТП пострадали 6 человек. 83-летний мужчина скончался. В реанимации находится 39-летняя жительница города и ее 5-летний сын. Еще 4 женщины получили ушибы и переломы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. ДТП произошло около 14:00. Выяснилось, что водитель и его пассажиры учатся на первом курсе высшего профессионального училища Иркутска, а не местные жители. Семьи этих подростков не были на учете службы по делам детей. В данный момент правоохранители выясняют, каким образом несовершеннолетний получил ключи от авто и сел за руль. Напомним, с 1966 года и до своего последнего дня Виталий Сидорченко служил в труппе Иркутского академического драматического театра. За 56 лет он сыграл больше 150 ролей. В числе экранных работ актера – мосфильмовский «Февральский ветер», где партнерами Сидорченко были Михаил Ульянов и Игорь Ливанов, и двухсерийный фильм «Воспоминания» Евгения Евтушенко «Детский сад», где поэт выступил сценаристом и режиссером. По факту ДТП полиция начала уголовное производство. В данный момент 16-летний водитель находится в изоляторе. Ему скоро объявят о подозрении. За нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения, и смерть человека, парню грозит серьезный срок, несмотря на возраст. Мы приносим соболезнования родным и близким актера.